Тема урока – школьный вечер. Сегодня я научу вас нескольким трюкам, которые можно с успехом продемонстрировать на школьном вечере. Школьный вечер – это тема нашего урока. У меня здесь колода карт. Все карты в колоде разные. Андрюш, сними колоду в любом месте. А мы пометим это место. Ты мог выбрать любое количество карт, да? Да. Но ты остановился на этой. Девятка пик. Держи девятку. Возвращай в колоду лицом вниз. Смотрите на колоду. И только одна карта, девятка пик, осталась на окне. Маш, сходи за девяткой. Покажи всем, что это действительно та девятка, которую выбрал Андрей. Удивительно? Да. Вам понадобятся две колоды карт. Вы только что увидели вариант, как одна карта, выбранная зрителем, оказывается на стекле. Это может быть любое место. Стена, доска в классе. Помнишь, Андрей, ты удивился, как именно та карта, которую ты выбрал, оказалась там? Да. Да? Потому что я заставил тебя выбрать эту карту. Сейчас покажу вам, как это делается. То есть для этого трюка вам понадобятся две одинаковые карты. Одну карту берете из другой колоды и заранее прикрепляете к тому месту, где она покажется в конце. В этом трюке есть очень много отвлечения внимания, поэтому все внимание должно быть приковано к вам, как к исполнителю. Да. И быть отведено от того места, где находится карта. Это легко сделать, потому что люди не замечают все, что видят вокруг себя. Допустим, мы выбрали короля пик. Одного короля пик мы изначально прикрепили к месту, где он появится, а второго положили наверх. Но теперь мы узнаем, как заставить зрителя выбрать именно короля пик. Саш, покажу это с тобой. Смотри, я тебя прошу снять колоду. Снимай. В любом месте. Смотрите, зритель взял верхнюю часть и отложил ее в сторону. Я беру нижнюю часть. И кладу тебе на короля пик. Да. И после этого рассказываю что-нибудь вам, отвлекаю ваше внимание. Да? И вы забываете, что я накрыл верхнюю часть. Вам кажется, что именно в этом месте вы сняли сами колоду. Теперь уже моя задача показать всем вам короля пик. Как будто бы это ваш выбор свободный. Да, все верно. Попробуешь сделать со мной? Выбери карту, которую будешь мне навязывать. Хорошо, четверку крестей. Сделай так, чтобы я выбрал эту четверку крестей. Снимите колоду в любом месте. Отлично. Положите. Нет, это уже ты делаешь. Супер, отлично. Все, и тем самым я выбрал четверку крестей. Легко? Да. Все понятно. Да, уже давно. Да, дальше все очень просто. Ну, теперь вы знаете, как можно удивить друзей этим простым эффектным трюком. И только одна карта, девятка пик, осталась на окне.